Мы продолжаем работы по благоустройству теплового пункта, находящегося на Звездном бульваре. Для создания второй картины Союза Аполлона мы использовали 6 пикселей шестигранный. На первой картине у нас были пиксели квадратики, а сейчас мы использовали шестигранный пиксель. Для чего мы это сделали? Чтобы использование шестигранных пикселей помогает нам воспринимать нашему зрению четче все линии, плавнее они передаются для взгляда. Техника укладки пикселей сейчас набирает свои обороты, она очень становится популярной. В данный момент как-то очень люди заинтересованы в ней, даже вот проходили мастер-классы в Технограде. Я участвовал в этих мастер-классах, проводил по пикселям. Очень народ интересуется укладкой пикселей. Мы производим работы в жилом квартале, который находится по Звездному бульвару. Объект находится вокруг жилых домов, очень много жителей здесь гуляет. Как бы постоянно приходится общаться с жильцами, узнают, что мы делаем, чем занимаемся здесь, как бы их это очень интересует. Ну, показав им первую картину, сегодня мы открыли вторую картину, спрашивая у них, как бы их это радует или нет, народ реагирует очень положительно. Что касаемо дела производства картины, нужно соблюдать не только вертикаль так, по прямой, но еще вертикаль сбока. И обязательно учитывать зазоры между пикселями. То есть здесь на самом пикселе вот, существует фазочка, которая, соответственно, делает равномерный шов между пикселями. Вот. Благодаря вот этим шестигранной форме, то есть картинка уже становится более четкая, более явная на вид. Ну и, соответственно, по дизайну уже совсем другое отношение. Конечно, восхитительное, потому что я восхищаюсь своей работой, я доволен, как бы воплотил в жизнь задумку художника, архитекторов. Вот. Ну и опять же, душа радуется, когда смотришь на свою хорошо выполненную работу. Ну, я думаю, людям понравится. Буквально вчера был случай, подходит жительница соседнего дома, бабушка в годах, поинтересовалась, чем мы тут занимаемся. Мы объяснили, что реконструкция фасада. Объяснили ей, показали, рассказали. Она обошла с той стороны, посмотрела Юрия Гагарина, сказала, говорит, молодцы, очень красиво преображается парк.